Го, типа на нулевой. Пробежимся. Я не могу идти, даже если я захотел. Что-то не дает мне делать это. Лифт вообще, да, не рабочий, получается уже. Да. Да у меня батареек еще пиздец. Первый этаж. Стой, я понял, что мне нужно. Я знаю, где последний. Погнали на девятый. Там на девятом мы используем костюм. Не зря ведь мне его дали, ведь так? Да, эта серия затянется. Так, инвентарь. Использовать. И эту иду в угол. Так, я оставлю здесь свою одежду и кейс. Надеюсь, что никто не украдет. Здравствуйте, могу я войти? Я дьявол. Здравствуйте. Я здесь ради костюмированной вечеринки. Выставка «Кровь дьявола», художник Сугуру Такана. А вы так. Посмейте посмотреть на проклятую картину «Дамы в красном»? Спасибо. И как мне ею воспользоваться? Так, я не могу взглянуть на свой инвентарь. На проклятую картину «Дамы в красном». И куда вы мне предлагаете идти? Мистер Дьявол. А как мне зайти туда, посмотреть картину? Так. Это тофу с дырками? Название кожи существа была белой. А название... Он был единственный, кто говорил с ним долгое время. Название стекло есть мясо. Название он прибывает на место назначения. Я надеюсь, что эта штука не живая. Я тоже буду надеяться. Название сокрыто, название чисел. Название «Древняя лампа». А, никто не мог определить его позицию. Это грозный коктейль. Стоит его выпить? Нет. Сначала досмотрю, потом выпью. А название
Оливьер. Название Таббалистический замок. Скорее всего, коктейль это кровь. Название Новые обожатели. Название Метод. Опа. Синтра. Как я могу тебя отсюда вытащить? Папочка. Что? Я Брайан. Мне пришлось надеть костюм, чтобы попасть сюда. Папочка. Я не знаю, что с ней не так, и я не вижу, как я могу вытащить ее с этой витрины. О, я знаю. Название «Человек справа врет». Название «Человек справа врет». Название «Десятая постройка церкви исцеления». Знаете, почему я говорю это? Ладно, погнали. В чем херня? Херня в том, что я должен, походу, с помощью этой руки... На вкус он странный, но похоже, что я восстановил силы. Бля. Как мне его запустить? Как мне запустить эту херню? Я же посмотрел. Или мне нужно дома в красном смотреть? Типа и. Может, мне нужно ее прогонять? Вариант, слушайте. Давайте попробуем. Типа я не хочу смотреть на картину, потому что она меня убьет. А, стойте, у меня же хп нету, так? Может, мне нужно смотреть, пока не сдохну? Я понял. Продолжим там же. Короче, как я говорил, мы продолжим. Я, как понял, мне нужно, чтоб она меня покусала. И тогда открываются там двери. Но я не понимаю, она телепортируется в разные стороны или нет? Видно, да, что у меня уже не фул хп. Типа я дал себе укусить один раз. Ладно, чтоб я не сдох. Она тут? А, не, слушайте, а что тогда делать? О, теперь ее тут тоже нету. Вот видите, здесь, допустим, крови нету. Но не движется. Ладно, пойдем выпьем коктейль, чтобы позволить нам восстановить фул хп. Другой черный квадрат, может он пригодится мне? О! Подожди. А, точно.
Давай разобьем витрину, что позволит руке на меня налететь. Я не знаю, что с ней не так, но я не вижу, как я могу вытащить ее туда. Что ты мне предлагаешь? Подожди. Но у меня есть картина. Окей. Что мне с помощью нее нужно сделать? И я не могу взглянуть в свой... Ну вот именно, ты не можешь взглянуть в свой инвентарь. Так что мне тогда делать? А, подожди, а может я могу заменить это на ту? А ну-ка. А нет, а нахера мне тогда черный этот? У меня ж не фонарик, а ничего такого нету. Давайте. А у него автотхила нету, да, здесь? Типа, я все картины видел. Типа, дальше там тупики просто. Может, она переместилась туда, в середину? А, ну отпутана уже была, да, наверное? А, вот, стоять! Блять, а коктейля больше нету. А мы должны ее типа прогнать туда. На свое место. Я понял. Давай. Давай это сделаем. Все. Да. Ты чувствуешь, когда у тебя уже хп нету? Удивительно. У меня появилась мурашка каждый раз, как я вижу ее. Грех любоваться такой красотой. Вы можете начать. Мне понравилось то, что вы сделали на прошлой неделе. Вы принесли крюки и еще эти вкусные... А, вкусные крови, что? Ага. Извиняюсь, я просто шутил. Кстати, кто вы такой? Меня зовут Пастернак. Вы тот любитель вечеринок? Как у вас дела? Вам нравится выставка? Более-менее. А что вам более всего нравится? Синтра. Синтра? Вы имеете в виду андроида, не так ли? Подожди секунду. Ни хрена. Это уникальная деталь, не только потому, что она одна осталась в ценности, но и потому, что, судя по серийному номеру, ее сделал самый первый... Так, самый первой, первый, наверное. Она служит образцом для других андроидов. Ее никогда не показывали на публике. Ее нашли пару лет назад, она пряталась в офисе основателя компании. Папочка. Ого, ну и сюрприз, она никогда об этом не говорила. Мне кажется, вы ей нравитесь, Пастернак. Как насчет сделки? Я дам вам андроида, если вы ответите на один вопрос. Какой вопрос? Он немного личный, но он очень простой и хорошо. Я хотел бы знать, ради чего вы это сделали. Что вы имеете в виду? Пожалуйста, не думайте, что это просто с... вопрос с подвохом. Мне просто любопытно... Так, меня удивляют люди с решительностью в глазах, которые готовы на все ради достижения своей цели. Так что вы скажете, ради чего вы это делали? Ну, потому что я хочу, чтобы все было правильно. Потому что я хочу прикончить ведьму. Окей, 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 я понимаю. Но то, что вы говорите мне, ваша цель, ваше предназначение. А я спрашиваю вас, зачем вы это хотите сделать? Зачем вы так стараетесь? Почему вы не спрятались или сдались? Я не знаю, ясно ли я выражаюсь. Какова ваша мотивация, ради чего вы делаете все это?
Потому что я хочу сделать что-то сам. Потому что я хочу стать своим... Так, спасти своих друзей. Дружба – очень мощная мотивация. В подобное время мы иногда забываем об этих словах или же лишая его значения. Нет, так, не отвечайте мне, если не хотите. Но как долго вы были друзьями с этими людьми? По правде, я не знаю их всего пару часов. А? Может, тогда она скорее о вас, а не о них, не так ли? Как чувство, которое вы эксплуатировали? Вы хотите, чтобы эти люди стали вашими друзьями, и поэтому хотите спасти их. Итак, когда вы думаете об этом, то это очень эгоистичная мотивация. О боже, извините меня, я словно заноза в заднице, когда дело доходит до таких вещей, я не хочу вас осуждать. Я хочу поблагодарить вас за уделение времени. Пастернак, был рад поговорить с вами. Пожалуйста, возьмите андроида с собой. Если у вас нет нужды оставиться здесь, позвольте вас проводить до выхода. Иногда это место может дезориентировать. А можно я пойду наискосок? Сука. Я так и знал. Ладно, пускай он сзади меня идет. Да не, ассистентки еще живы. Что ж, похоже, что мне больше не нужен этот костюм. Мне повезло. Приятно получилось свои вещи обратно. Синтра, пошли. Почему мне кажется... Предупреждение безопасности. Кража товара из Синтерокорпа. Что это за звук? Но он типа на этом этаже. И он мне не нравится. Ух ты ж, блядь. Манать. Что такое хотя бы? Свет хотя бы показывает, куда он идет. Я думаю, я успею пробежать. И... О, нужно отхилиться будет выйти. Стой, давайте я сразу отхилюсь. Тихо-тихо-тихо, бежим. Да. Ох, да, эта серия довольно большая, согласен. Так, нет, подожди, мне нужно на третий этаж. Если что, я, в принципе, разделю... Ебаная, насрал. Ты ж ⁇ -мо ⁇
Хорошо, что отхилился, сохранился. О, пробегусь. Фух. Типа, все равно мы уже одну концовку получили, так ведь? И фрагментация чего-то там. Где ты прячешься, дитя? Я тебя вижу. Проснись, Рэй. Привет, центра, я Брайан. Ты помнишь меня? Брайан. Брайан Пастернак. Ошибка дефрагментации, ошибка данных. Уходи, Брайан. Как? С тобой что-то не так? Уходи. Уходи и оставь меня в покое. Я не уйду. Ох ты шел. Эй, отпусти меня. Мы не на свидании или еще где. Извини, я просто рад, что снова видеть тебя, Синтра. Стой, ты знаешь, кто я? Меня зовут Пастернак. Конечно, я знаю, кто ты, идиот. И хватит звать меня Синтрой, так они звали моего отца. Зови меня Рэй. А, хорошо. А, немного запутался. Да, я тоже немного запутался. Я думаю, что кто-то скопировал мою память и поместил его в робота. Итак, я имею в виду, что ты девушка с фотографией дочь семьи? А не только, у меня есть доступ к записям Синтрой Нет. Поэтому я тебя узнала. Ого, приятно снова войти. Так, наконец-то свобода. Чего грустишь? Я видел ведьму. Она забрала всех моих друзей. Эй, погоди, не всех. Кончай ныть и пошли. Пошли куда? Чтобы покончить со всем раз и навсегда, пойдем поговорим с Даморой. Ты имеешь в виду с ведьмой? Хватит ее так называть, она настолько же ведьма, насколько ты охотник. Но ты знаешь, где она? Конечно, она моя сестра, она в своей комнате, как обычно. Готов повидаться? Да. Стой, стой, есть еще кое-что. У меня есть кинжал Атом. Он был у моего коллеги Хьюги. Дай мне его. Кинжал опасен. Я не позволю тебе приблизиться с ним к моей сестре. Давай. Так. Все. Сюда, иди за мной. Почему мне кажется, что это еще одна концовка, потому что она сломала ножик Атом. Итак, ведьма на втором этаже. Там, где мой дом, конечно. Точнее, где он был. Что здесь делают все эти доски? Ты тут жила? Да, наверное. Хотя все немного изменилось. Что-то не так. Я не знаю. Брайан, жди здесь. Я думаю, что мне лучше поговорить с Дамори наедине. Окей, ладно, как хочешь.
Здесь есть фотографии семьи Синтра. Все они обуглились и почерены так же пахнут так, паленым. Рэй сказал мне ждать здесь. Как долго мне ждать? Она опечатана, и я не смогу пройти здесь. Я уверен, что мы пришли отсюда, но теперь и там стена. Окей. Рэй. Я думаю, все зависло. Это пепелище это огромного костра. Это символ змеи, такой же символ находится на ведьминых бумагах. Я не вижу здесь ничего интересного. Стоит мне сделать фотокопию своего лица с помощью ведьминой бумаги? Ну да. Я смотрел с помощью как-то этого меча атома, можно... Вы получили лист ведьминой бумаги. Можно как-то спасти, так сказать, своих друзей. Это типа концовки с друзьями, здесь конец пути, где может быть Рэй? Но там нужно было как бы варианты правильно выбирать, которые я, конечно же, просрал. Если только, наверное, я могу прыгнуть в воду, хотя я не люблю плавать. Да. Может, я пойду... Так, могу зайти немного в нее, лишь и посмотреть. Поплескаться и посмотреть. Ну, давай. Батарейки. Если... О, стоять. Карандаши. Пусто. Окей, давайте тогда возвращаться. Но я еще одного члена этого не нашел. Понял, долго ты дышать не можешь под водой. На самом деле это прискорбно. Давай сразу в это. Чё это? Понял. Ой, хорошо, что я не дотронулся до этого. Не подплыл очень близко. Пусто. Тупик. Да, это опасно. Так, не, го, я снова воздух отдыхну. Дыхнул воздухом. Норм, так, воздух отдохнули. Продолжить. Ладно, на самом деле, эту концовку я получу и закончим на этом. И на этом закончим. Батарейки. Могу дышать. Два карандаша. Шоколадный батончик. Ну да, короче, да, здесь ускорения нету, поэтому плывем обычным, так сказать, движением. Да, вот это вот херово, то, что он, типа, может задыхаться. Так, там пустой был, я помню. Вниз. Вот сюда.
получает два фонарика. И вниз. Так, еще один батончик. Так, вижу трубу, вижу. Тут сохранения нет, ладно, го плавать. Получено что? Осмотреть. Полностью восстановлю здоровье, нихера. Это хорошо. То что полностью? Так, еще момент. Один карандаш, хорошо. Так, карандаш использовать. Труба с воздухом, плывем. Тупик? Тупик. Ради чего я тут сюда пришел? Ради шоколадки? Давай сюда. Нормально, нормально, нормально. Фух. Зачем я сюда пришел? Это бесконечный лабиринт. Я уверен, что Рэй в полном порядке, и я идиот, прыгнувший в воду. Для меня будет лучше, если я развернусь и уйду тем путем, что пришел сюда. Брайан. Окей, это ты? Сколько мне хп отняли? Ладно, потом отхилимся. О, змея. Да, это она. У меня хотя бы фонарик есть. И то радует.